участие женских общественных организаций в формировании гражданского согласия. Такова была тема, выбрана для разговора за круглым столом. Но для начала участники представились и познакомились. О деятельности международной общественной организации «Союз православных женщин» рассказала председатель правления Нина Борисовна Жукова. Организация эта светская, создана по благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Надо было бы скоординировать работу общественных организаций женских, и прежде всего православных. Потому что каждая организация чем-то занимается, но, как правило, были организации малочисленные, делали хорошие дела, они имея телевидение, имея газет, мало кто в таких делах и знает. И вот почему бы нам не создать такой союз, который, не решая самостоятельности общественной организации, соединился в одну общественную организацию. И прежде всего помогал бы Русской Православной Церкви на территории бывших советских республик. Хотя единое у нас каноническое пространство церковное, нет разделения на белорусскую, украинскую, а все равно самостийность каждого государства создает определенные проблемы. И поэтому у нас на сегодня официально зарегистрированы и созданы наши отделения в Армении, в Литве, в Молдавии, в Казахстане, два даже союза на Украине, действующих до сих пор, в Узбекистане, в Приднестровской Молдавской Республике и в 25 территориях Российской Федерации. Количество членов Союза превышает 20 тысяч человек. За 8 лет накоплен огромный опыт работы, и вопросы решаются самые серьезные. Поэтому первое поручение было патриарха подготовить для него предложение по материнству и детству. И вот сейчас, когда он с Валентином Матвиенко встречался в Совете Федерации, мы уже для себя поняли, что один раздел из тех документов, которые мы ему готовили с помощью ученых, специалистов, он там озвучил. То есть он попросил сенаторов принять закон о многодетных семьях. И я только одну назову из этого предложения, то, что в проекте у него есть. Очень многие женщины всю свою жизнь отдают тому, чтобы воспитать детей, имеют сами профессии, но находятся дома, да? Поэтому наше предложение было сформулировано так, и патриарх его озвучил, что у каждой матери, которая является многодетной, период воспитания детей записывать в трудовой стаж. Накопленным опытом поделилась и председатель Витебского областного общественного объединения православных женщин Инна Костюкович. Организация эта молодая, юридически оформлена в ноябре 2016 года. В ее рядах около 80 человек. Но уже налажен контакт с Международным союзом православных женщин, и мероприятия белорусские энтузиасты проводят довольно масштабные. Мы собрались, я спрашиваю, кто что может, вот где? Кто-то предложил в школе, я в школе могу, кто-то музей художественный. И мы вот так вот организовали детей, детский дом туда подключили в эту неделю семьи. Понимаете, гимназия 7-я делала для этих детей, там, у них музей матери. Потом этих детей из многодетных семей гимназии мы направили на экскурсию в художественный музей, договорились, что вот 25 детей из многодетных придут в этот музей. То есть вот ищем такую, ну, деятельность, чтобы было это и просветительское, и интересное, и такая, и вроде бы как образовательное. Защита материнства и детства, возрождение семейных ценностей, поддержка социально незащищенных категорий населения – это те цели и задачи, которыми объединены все организации и участницы круглого стола. Кроме того, забота и сострадание сами по себе изначально свойственны женской натуре. Мы знаем, что нам надо сохранять мир, спокойствие, благополучие наших семей, что не построишь это на вражде с кем-то, не построишь это на зависти, на том, что там из-под кого-то что-то ты выдергиваешь, а вот на помощи, на часто бескорыстной помощи другим людям очень много можно построить. Ведь все вы работаете в сфере такого социального служения, я так понимаю, что все здесь очень многое делают на энтузиазме, да? Конечно, многие как-то получают некоторое подкрепление своей деятельности, но сколько мы все всего делаем просто потому, что мы любим наше дело и любим заботиться о других. И я думаю, что у нас получится что-то сделать хорошее.
Я начала вот подготовку к сегодняшнему мероприятию с того, чтобы посмотрела уставные цели. И рада была отметить, что некоторые направления, которые в частности касаются семьи или популяризации всеобщих наших добродетелей, они практически полностью совпадают в уставных целях. А лично для себя мне было радостно отметить, что вот в вашем союзе есть такое направление, как содействие развитию дружеских отношений между народами Российской Федерации, потому что это в условиях объявления нынешнего года годом гражданского согласия, это особо актуально. И мне, как члену общественной организации при правительстве, которая занимается этими вопросами, ну, это близко мне лично. О деятельности женской общественной организации Белоярского района «Надежда» рассказала председатель Ольга Шабанова. Кстати, «Надежда» скоро отметит совершеннолетие. 16 февраля организации исполнится 18 лет. Высказались и выразили свою готовность к сотрудничеству и представительницы православного сестричества городского прихода. И, конечно, взяла слово председатель самой молодой Белоярской женской общественной организации – Союза православных женщин Белоярья. Сейчас идет год волонтера и гражданского согласия. Естественно, все у нас направления, они так или иначе с этим также связаны. Потому что цели и задачи у нас многих некоммерческих общественных организаций совпадают. Поэтому вот этот круглый стол – это большая возможность для нас как-то скоординировать свои силы, посотрудничать в этих направлениях, направлениях благотворительности, волонтерства, каких-то гражданских инициатив, объединиться и вот сделать много хороших и добрых дел. Коллеги, единомышленницы и, в конце концов, подруги обращались друг к другу участницы круглого стола. А это говорит о многом. Ни расстояние, ни разные города и страны не могут быть препятствием, если люди решили делать общее дело. Опыт каждой организации по-своему уникален, и нет сомнения, что он окажется полезным. Елена Филиппова, Дмитрий Слепенков, «Время новостей», Белоярский.